Ямальские овцы-быки прибыли в Тикси. Для долгожданного рейса на территории аэропорта было сооружено специальное ограждение для временного содержания овцы-быков. И уже сегодня, если позволит погодные условия, овцы-быки будут перевезены на постоянное место локации Кряж-Чекановского. Напомним, в августе правительство Якутии обратилось к властям Ямала с просьбой о передаче 22 особей овцы-быков в собственность республики. Ямальские овцы-быки смогут обновить популяцию своих тундровых сородичей из Якутии.